Всем привет! С вами я, Алиса. Сегодня нашу рубрику «100 грамм красоты» посетила необычная красавица из линейки кукол Барби. А предыдущие выпуски рубрики смотрите на канале Белевикс или ищите по тегам «100 грамм красоты» и «100 кило кукол». Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. А мы начинаем рассматривать эту куколку. Барби богиня Луны – это фантазийная кукла из раритетной на сегодняшний день серии Collection Moon Goddess Барби легендарного дизайнера Боба Мэгги, который уже более 25 лет разрабатывает костюмы для Бродвея и телевидения. Производитель данного кукольного шедевра – это, конечно же, Mattel. В это тяжело поверить, но выпуск данной куклы был в 1996 году. Кукла занимает на данный момент 9-е место в коллекции Боба Мэгги и предназначена для взрослых коллекционеров, увлекающихся профессиональной модой и авторскими куклами. Дизайнер сделал акцент в данном случае абсолютно на синем цвете. Богиня Луны демонстрирует аутфит, собранный из длинного обтягивающего платья, конусообразного головного убора и огромного серебряного полумесяца. Итак, рассмотрим ее платье. Полуночное платье ослепительно-синего цвета, покрытое блестками, бисером и вышивкой. Оно напоминает таинственный оттенок ночной луны. За спиной величаво собран королевский ворот, украшенный большими звездами. Ворот соединен с платьем в единое целое и достигает до самого низа подола платья. Конусообразный головной убор скрывает наличие или отсутствие волос на голове богини. Ушки украшены серебряными серьгами в форме сказочных полумесяцев. На пальце рук имеется серебряный перстень. И, конечно же, главный акцент в образе богини Луны – это сверкающий лунный полумесяц, накинутый через плечо куклы. Он полностью обшит блестками и бисером. Эта деталь занимает весомое место в образе фантазийной богини. У Барби мягкий мейк, глаза куклы сине-голубого цвета, а губы малиновые. Все это безумство звезд, блесток и бисера помогает сформировать элегантный образ благородства и достоинства фантазийной Барби богини Луны. Куколка поставляется в картонной коробке голубого цвета. Внутри упаковочного набора приложены отдельно черные туфли и подставка. В наборе также содержится эскиз дизайна куклы с подписью ее творца Боба Мэгги. Смело картину эскиз можно разместить в рамку и на стенку. Вот и антиквариат готов. Кукла серии «Богиня Луны» The Moon Goddess 1996 года выпуска может занять достойное место в коллекции взрослого коллекционера. Невероятно вышел фантазийный образ. Поистине не кукла, а 100 грамм чистого серебра. Красота – великая сила. Красота спасет мир. А вам нравится эта куколка? Пишите в комментарии. Не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, а также ставить лайк под видео. Ну и, конечно же, находить меня в соцсетях, ВКонтакте и Инстаграме. Там я всегда активна и отвечаю вам на ваши вопросы. Да, еще спойлерю. Предыдущие выпуски рубрики смотрите на канале Белевикс, а также ищите по тегам 100 грамм красоты и 100 кило кукол. Все ссылки на мои соцсети и так далее ждут вас в описании. Be cool and crazy! Пока-пока!